Миша в прошлом году выступал за московское «Динамо». История его расставания с клубом получилась не совсем красивой. Руководство клуба обвинило Гарната, что тот играет не в полную силу после полученной травмы. Знарок в том конфликте не участвовал. Но, кажется, обида на клуб у Майкла осталась. Что сказать надо? Добрый день. Что сказать надо? Не надо сказать. Сейчас я сделаю сессию автограф, потом разминка будет, и после этого мастер-шоу. Я надеюсь, что мы будем выиграть. Майклу и его напарнику по автограф-сессии Николаю Жердеву в каком-то смысле повезло. Им выпал жребий находиться в VIP-зоне, где в это время только начинали собираться болельщики. В остальных точках раздачи автографов желающих было, возможно, слишком много. Хорошо, у вас двое сидите, там такая толпа, до Радула не достучаться. Тарасенко там тоже. Как сам? Фак. It's speed. Лап. У вас сизом сами. Фак. Я не смотрел. How's it going? Good. Looking good. Looking good. Get ready for a lot of offense. Hey, did you see what I'm doing here? Show me. Three shots from the goal line? You gotta hit the net. And then fastest skater. That's funny. That's it. You're on the board. Just don't fucking fail. Yeah. Just stay on. I'm in that too. Look at what I got. I've got fastest skater and then three shots from the goal line trying to hit the net. That's it. Well, I guess you can beat me. Смотрите. Что это? Сами. Вратарь, что ли? Вратарь. И? A goalie's in the fastest skater competition. Goalies? Yeah. Why? And then also... The goal is they don't gonna skate. No. And then three shots from the goal line. I gotta do fastest skater. Yeah. And then it's like goalies against goalies, right? There's five skaters and one goalie on each team. I think I go first. And then I get three shots from the goal line trying to hit the net. Вратарь! Челябинск!
представлении участников матча звезд ведущий Арман Симпсонс забыл про наставника команды Запада. Олегу Валерьевичу пришлось окликнуть Арманса. Выглядело это примерно так. Начинаем мастер-шоу. У Протон, самого золотого тренера. Тренера команды самого золотого. Олег Сарокс, Ол Милос, Жина. Михаил, Майкл, come on. Hey, guys. Nice hat there, buddy. Конкурс голкиперов. Гарнету над броском от своей вратарской линии поразить противоположный ворот. Может, третий раз еще, а ну! А ну! Иди договорись еще разок! Прости, один разок что? На рекорд пойдешь? Ну? World record. Ребята, вы можете тут мировой рекорд хотя бы перебить? Еще один сделай! Hey, go, shooter! Вон то родные пенаты знают. Рига с Динамос, до свидания. Очень понравились новые конкурсы, особенно боулинг, биатлон, вот эти вот все конкурс капитанов, это было супер просто. Ребенок был в восторге, поэтому все. Да, очень хорошо. Перед эстафетой игроки долго выясняют, в какую последовательности им нужно бежать. И завершают наши нападающие. Кто одержит победу? I go first and then I give it to the Frenchman. Я очень устал. Я быстро катался. Он выиграл. Да, выиграл. Я быстро катался. Out slut.
Ардун греш, мусле аптуреснет. После игры можно будет, будет специальная девушка, и она будет отдавать и забирать деньги. А через сколько? Деньги любые, лак, рубли, евро, если карточка, то все-таки придется пройти, чтобы там будет вот везде. Дай мне руку. Исплал, сейчас сбился комара. Клетец на груди, атом злейкснет. Между мастер-шоу и игрой организаторы открыли раздевалку для прессы. Кстати, среди журналистов тоже есть свои звезды. I forget about you sometimes. Can you hear me? Yes, I hear. I didn't say anything out there. Спасибо. Радулов, Радулов. 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 Yeah. Hey, come on, Радулов. Did you see that guy on the ice? Радулов. Yeah. Come on, he was the man. Мы здесь выходим или что? Thank you.
It's not going so well back here. I gotta play forward. I gotta get a goal. What a goal. Look at that pass back, bang. Heads up. Майкл Гарнетт, это очень хороший вратарь, мы очень любим хороших вратарей. Это в нашей традиции русские играть в воротах, не стоять, а играть. Поэтому Майкл Гарнетт, это правильный вратарь. Спасибо! Я домой хочу! Да, я что? Try to kill me down there, I'm dying! Let's go boys! Let's go! Let's see what you got! Was that shooter? Scooter! What the fuck was that? What the fuck was that? They're all skating away! Дайте мне что-нибудь. Дайте мне что-нибудь. Это хорошая игра, потому что настоящая. Потому что в ней совсем не было фальши, они были настоящие. Вот они играли от души, им не хотелось никаких силовых приемов. Зачем это все? Они хотели нам доставить удовольствие, и у них это получилось. Привет, друзья! Привет! Ты Радулова видел? Я, пожалуйста. Слушай, ты Радулова видел? Да. А где? Пожалуйста, еще один на рукаве. Вот, дальше. Йо, alright. You wanna sit with me, shooter? I can't believe you took the puck from me. That was ridiculous. I thought you were going to lose it. We're up 4 goals. I know, but I want to win. I want to win big time. You I wanted to score. I had the puck in my glove. You gotta, hey, you missed the net. 1 minute time. Left. Hey, empty net. You made the tough. What's the deal? Я хотел забить. It's okay, shooter. I'm just bugging you. Believe it, they had 2 penalty shots in a row, right? Same stoppage? Yeah, we had two penalties the same time. Playoffs 2 years ago, I had a goal scored against me and a penalty shot in the same stoppage. It was a goal under, or a crossbar under review, and they let the play go on, and then a guy got a breakaway and got his legs chopped out. It does go back to the time, but any penalty assessed after that stays. But they've since changed the rule that you can't have 2 goals on the same stoppage of play. They have that in the NHL. It's just like a catch-all rule. The thing that I still don't understand is, why is the delayed penalty called off if you score? Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы едем обратно в гостиницу, где по приезду начнется вечеринка. Правда, сил на нее практически не осталось. Звездный уикенд получился насыщенным и красочным. Воспоминания о нем будут радовать нас еще долго. До следующего матча звезд в суровом Челябинске. Хочу.
Я, Миша, люблю пос***. Булит отбил. Ты задела. Штангу? Тебя задела. Извиняюсь. Но я хотел выиграть. Окей, го. Еще мы тебя подождем. Какой этаж, Миша? 22? 22. Знает, да, уже твой этаж? Угу. Еще и номер знает, Настя. Да? Конечно. Да? С утра встречали. Она с мной. О, мой сосед. Не шуми, Миша. Хороший день был. До свидания.